южнокорейская компания Ostem Implant. Что же такое имплантат, из чего он сделан и как происходит процесс его установки? Имплантат – это искусственный корень зуба, который устанавливается на место удаленного зуба. Имплантаты Ostem сделаны из высокопрочного титана, а поверхность имплантата имеет уникальное покрытие, что способствует высокой биосовместимости с человеческой костью. В течение нескольких месяцев после того, как имплантат прижился, на него крепится коронка, имитирующая натуральный зуб. Линейка имплантатов Ostem настолько широка, что позволяет подобрать протез для любого зуба и любой челюсти. Правильный уход и регулярное наблюдение у стоматолога являются залогом долгого срока службы имплантата. Создайте свою улыбку с Ostem Implant.